Хакеры взломали компьютерную систему американского правительственного агентства, которое собирает персональные данные о федеральных служащих. Как сообщили власти США, была похищена информация о 4 миллионах нынешних и бывших сотрудников. Федеральное бюро расследования объявило о возбуждении уголовного дела и пообещало найти и наказать виновных. Офис управления кадрами федерального правительства зафиксировал взлом своих информационных систем в апреле. А в мае Министерство национальной безопасности подтвердило, что это была атака хакеров. При этом масштабы взлома пока неизвестны. Как предполагается, он может коснуться всех федеральных ведомств США. Один из сенаторов Конгресса сказал, что кибератаку осуществили хакеры из Китая. При этом в Госдепартаменте это заявление не подтвердили, отметив, что на подобный взлом способны многие структуры в мире. Это не первый взлом компьютерных систем федерального правительства США. Так, осенью прошлого года хакеры обнародовали личные данные 25 тысяч сотрудников Министерства национальной безопасности и других ведомств. После этого Белый дом объявил, что все причастные к атаке будут внесены в черный список. После недавнего взлома власти объявили, что применили дополнительную защиту своих систем, а также планируют уведомить миллионы сотрудников, чьи данные могли быть похищены.